Фур сейчас на обзор прикуплю. Виноград Киш-Миш. 99,90. Крупненький. В светофоре на обзор прикупил виноград. На писе был Киш-Миш. Сейчас помою, буду пробовать. На ночь глядя. На ночь глядя решил виноградика попушить. Ну раз такой Киш-Миш может быть большой. Конечно нет. И с косточками. Ну, сладкий виноград хороший. На 179 рублей мне вышло. А килограмм стоит 99,90. По одной косточке в каждой. Виноградинки. Хорошего всем настроения. Добрый вечер. Спокойной ночи.